главным и основной частью желтой статьи является что? Заголовок. Так пишу. Шок. Сенсация. Я не понимаю, а что ты взялась? Ты уволена. Леонид Сергеевич, я пришла сказать вам, что если у вас отсутствует самоирония и чувство юмора, это не повод разрушать чью-то жизнь. Вы были замужем за миллионером? Нет. А ваши подружки были? Тоже нет, но на мой взгляд, для этого большого ума не надо, извините, пожалуйста. Чего еще? Олигарха. Не сильно пафосного и желательно, чтобы не старого. Гарри Баренцов. 36 лет, владелец инвестиционной компании, валовый доход 53 миллиона. Где Баренцов? А вы что, интервью у меня берете? Я просто очень беспокоюсь за ваше здоровье. Гарри Борисович, вы что? Инфаркт 36 лет. Если бы я после каждого облома падала духом, то давно бы ушла в монастырь. Вот, Пошехонцев. Валентин Олегович, фанат колониального стиля и всякой такой антикварной фурнитуры. Это тот псих, который за 50 штук купил кучу щуков. 1100. 1500. 1500. 1800. 2000. 2000. 3000. 3000. Не может быть. Неужели в Москве еще остались девушки, неравнодушные к настоящей красоте? Какая изысканная чеканка. Долго зубрила, да? Чего? От того. Сколько раз тебе можно говорить? Держи свой язык за зубами. Евгения Пантелеевна, если ты смотрел на мир из окна папашиного лимузина, это не значит, что твои детсадовские бредни здесь кому-то интересны. Ты поняла меня? Олигархи – это те же люди, но только более уязвимые, требующие к себе особого внимания. Кто там ночью живет? Не падаем! Давай, 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 давай! Тоже уязвимый? Можешь не сомневаться. Предлагаю прямо сейчас совершить нам с вами совместное спонтанное путешествие. А куда? Не волнуйтесь, вам понравится. Женька, ты где? Я в больнице. Все, Макарова, просто смирись. Я лузер. Ольга Григорьевна. Вы что, девушку обижаете? Ну, проявите отзывчивость. Значит, вы строитель. Прораб. Мы с вами похожи, представляете? Да. Иногда очень полезно полежать в больнице. Подумать, оглянуться на свою жизнь. Ну да. Красилова. Что, нельзя туда? Туда иди. Что я сделала? Зарезервировано тебе. Женя. Здрасте. Я тут набрал всего. Боюсь, один не съем. Может, поможете? Это съедобно? Ну да, все сегодняшнее, я проверял. Мне кажется, я как-то не одета сегодня для трапезы такой. Да ничего страшного, эти ваши жуткие Микки Маусы ничуть не хуже моего Симпсона. Так что можете не комплексовать. Хорошо. А?
Хочешь еще банкет? Просто так. А что, нужен повод? Нет, не нужен. Ну, ешь ты тогда. А что мне начать, посоветуйте? Вот сосиски с холодным пюре или увядшие яблочки, вот? Слушайте, берите гречку с рыбной котлетой. Там фосфор, белок и кальций. Очень укрепляет. Хорошо. Угу. Женя, вы обжора? Может, вам добавки еще, что ли? Слушай, нет, берите, подождите, еще вы сами попросили меня помочь. Ешьте, а то я лопну. Фамилию мою вы как узнали? Шоколадки эти ваши все, да? На баночке прочитал. Что, решили за мной вплеснуть? Ну да. Меня тут все отшивает. Зифамарат, не видите? Пытался к ней подкатить. Бесполезно. Видите? А вот там Ольга Львовна. Женщина в полном соку. В соку. Вот, муж постоянно приходит, так что тоже не вариант. Смотрю, вы стоите такая одинокая, растерянная. Я решил, думаю, а? А, так вы из жалости. Или от безысходности. Просто так подкатило все. А может, у меня тоже того? Чего? Муж. Муж? Угу. Как зовут? Ашот Вилятович. Серьезно? Слушайте, как нашего зав. Отделения? Вот совпадение, а? Хорошо, подловили. Ну, скажите мне тогда, сколько же продлится вот этот наш с вами санаторный флирт? Или можно назвать его непродолжительный больничный роман? Сколько должно пройти времени, Денис, перед тем... Женя, вы у меня сейчас чего, интервью берете или как? Вот так просто посидеть с симпатичным молодым человеком слабо? Нет, не слабо. Извините меня, Денис. Просто за мной же 100 лет никто не ухаживал. Знаете почему? Ну, я догадываюсь, да. Зануда, заносчивая, упертая максималистка. Ну, меня это не пугает. Так что выпьем. А вам что, молодой кисель или полусладкий чай местного разлива? Компота у них нет? Есть, но шеф-повар не рекомендовал. Почему? Ну, вам лучше об этом не знать. Чай. Отличный выбор. А я киселек. Очень приятно. За вас, киселек. Вы назвали меня занудой, заносчивой, упертой максималисткой. Вы нелестно отозвались о моих Микки Маусах. Мне все равно с вами весело, Денис. Спасибо. Ваше здоровье. Я такой. Товарищи!
тот. Вон тот? Ну, квадратный, да, вот тот. Но это промышленный объект с повышенным сроком службы. Фундамент свайный, а перекрытие, скорее всего, монолитное. Хотя нет, точно, монолитное. А у нас вот тоже монолитные здесь? Нет, здесь сборные. А фундамент ленточный. Вообще не представляю, как здесь удержится. Небось, не рухнем. Если только землетрясение. Даже не сгорим. Потому что каркас жаростойкий, я проверял. А скажи мне, вот тебе правда все это жутко интересно? Что? Ну вот каркасы, фундаменты все эти. Да, я с детства мечтал. Я все время строил что-то. Сначала будку для собаки, потом домик Флинта, потом сарайку. Что? Сарайку, в нее потом трактор въехал. Вот смотри, видишь шрам? Видишь? Вот, потом вон. Что вон? Ну вон, с куполом. Что, в смысле? Это ты построил этот дом? Ну да, от проекта до сдачи. Я тебе ужасно завидую. Мне кажется, я за свою жизнь вообще ни о чем не мечтала никогда. Ну перестань. В МГУ без мечты не поступают. Угу. Я тебе расскажу сейчас, как поступают в МГУ. Наспор. Я когда родилась, папа очень расстроился, он мальчика хотел. И подумал, что раз девочка, то я ничего не добьюсь сама. И вот мне пришлось доказывать. Гребля, конный спорт, олимпиада по математике, по физике. Ты знаешь, Денис, сколько у меня наград? У меня шкаф не закрывается дома. Все это для того, чтобы папе доказать, что Женя Красилова самая лучшая. Ты действительно самая лучшая. По крайней мере, в этой больнице точно. Меня завтра выписывают. Меня тоже завтра выписывают. Здесь должна заиграть очень грустная музыка. Подожди. То есть ты, значит, уже не заразная? Я не знаю, а что? Ничего. А вот это у врачей надо спросить просто. Алло, Ашот Вилятович, слушайте, у пациентки Красиловой как с анализами? А, целоваться можно, да? Так сказал. Рекомендуете? Рекомендует. 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 Угу. Врача рекомендует. Это кто это вас сюда пустил, а? Вот бесстыдники. Это кто вас сюда пустил? Кто вам разрешил-то? Здрасте. Я вот сейчас вас лапкой прогоню. Нет. Видишь, вот он взяли, по крышам шапки. Ему разрешил. А ну давайте, уходите отсюда быстро. Слушайте, ему главный разрешил, зав. отделение. Все, уходим, уходим. Вот видите. Куда намылилась? По делам. Я его знаю? Не. Красилова. Красилова. Ну и кто же он, если не секрет? Миллионер, политик, общественный деятель? Прораб. Че, сдурела, что ли? Какой прораб? Тебе в оперу вечером. Слушай, Макарова, сходи сама, ладно? Ну, я правда не могу. Нет, ну я-то схожу. А вот что ты собираешься делать? Нет, ты видел ее? Времени нифига не осталось, а она... Ты кого будешь Раевскому предъявлять? Этого твоего, Люмпина? Он не Люмпин, он представитель трудовой интеллигенции. А миллион долларов у него есть?
Слушайте, ребят, спасибо вам большое, вы мне очень помогали, но простите, правда, я, пожалуй, с этой идеей решила завязать. А что касается Раевского, да пошел он. Привет. Привет. Денис, Ульяна и Стасик. Очень приятно. И они тебя не одобряют. А зря. Я очень положительный. Ну, нам пора. Пока. Счастливо. Так не оборачивайся, пожалуйста, они на нас смотрят. Жалко, ты без костылей. Сделай свою фирменную походку. Нет. Совершенно не думает о будущем. Слушай, а кто это Ромео? Лицо уж не больно знакомое. Прораб. Я кефир взяла. Пойдем пить? Не, у меня другое предложение. Сейчас. Да, Паш. Да, говори. Кажется, я вспомнил, кто этот Люмпен. И кто? Ну, Красилова. Стас, подожди. Где ты его видел? Ой, ну, Красилова. Стас. Я понял. Ладно, давай. Что, все отменяется? Мне надо отъехать ненадолго. Я с тобой. Поехали. Стас! Что? Ну, колись давай, я серьезно. Что серьезно? Ну, Красилова. Все, дурочки, прикидывается. Привет. Ты можешь мне сказать, кто он? Футболист, я не знаю, маньяк, голубой. А, что, прикалываешься? Представитель трудовой интеллигенции. Стас. Сейчас покажу. Заходи. Так. Где-то он у меня здесь есть. Твою мать! Вот так взяли и кинули, а? А что ты хотел? Альфа-строй, щебень, цемент напрямую возят. И цены симпатичнее. Ну мы же договаривались, их все устраивало. Договаривались, Денис, подписывать нужно было сразу. И смета, договор о намерениях. Я же предупреждал тебя. Ладно, не паникуй, прорвемся. У нас еще заказ от Гелиуса есть. Старик, не хотел тебя расстраивать. Не понял, Гелиус тоже? Это один холдинг, им не нужны разные подрядчики, понимаешь? Ну что, распускаем людей, закрываем лавку? Все нормально. Все будет нормально. Я займу или кредит? Ну или вернемся к плану Б. Я тебя просил не начинать. Че ты характер свой показываешь? Че, гордость сыграл? Вовремя! Ты че, подраться со мной хочешь? Ребята, что за план Б? Расскажите мне. Да, Денис, объясни девушке. Знакомьтесь, наследный принц, единственный преемник, будущий владелец папиных миллионов, самый завидный жених Москвы, Денис Леонидович Раевский. Есть один родственник, который хочет влезть в дела моей компании. Да не влезть, а дать денег, подогнать клиентов, при этом совершенно бескорыстно, исключительно из хорошего отношения. Так а в чем тогда проблема? А проблема в том, что я, как руководитель своей компании, считаю эти методы нецелесообразными. Ты хочешь уйти на дно, но с гордо поднятой головой. Понятно, это очень по-умному. Тебе не кажется, что это юношеский максимализм? Нет. Если человек, если родственник твой хочет тебе помочь просто бескорыстно, значит, он переживает за тебя, нет? А что ты строишь из себя, бог знает кого? Ты не понимаешь, о чем ты я говоришь? Я понимаю, о чем я говорю, Денис. Если бы у меня был хоть один родственник, который вместо того, чтобы ржать надо мной всю жизнь, просто решил бы мне хоть в чем-то помочь... Женя, если я захочу услышать очередную нравоучительную чушь, я просто позвоню своей бабушке. Так что можешь не напрягаться. Если я захочу, чтобы меня еще хоть раз кто-нибудь заткнул, я просто позвоню своему отцу. Всего доброго. Жень.
Жень, прости. Я козел, придурок и вообще тупая и неотесанная скотина. Сам придумал. Паша подсказал. Ну, я так и подумала. Пусти. Что ты собираешься делать? Продолжить нагло прерванное свидание. Мы с тобой поругались. Да это ерунда. Я знаю парочку, они по 4 раза в день разводятся. Уже лет 50. Поехали познакомим. Поехали. Я ухожу. Здесь метро не ходит. Маршруток тоже нет. Дед, привет. А, привет! Привет, дорогой! Здравствуй. Привет! Привет! Здравствуй! Привет. Это Женя моя. Мы в больнице вместе лежали. Да. Очень приятно, милая девушка. Очень приятно. Чего потерял? Бабушкину визитницу потерял. Если Серафим Григорьевна узнает, Россия наша потеряет еще одного живого классика. Ну, сейчас найдем. А там что происходит? Да наши, наверное, финнам проигрывают. Да куда же она запропастилась, эта проклятая визитница-то? А главное, Миная от благодарных металлургов. Это же ее до инфаркта доведет. Да, проблема у тебя, дед. Здесь смотрел? Ну! Куда же ты пасуешь, Бестович? Чтоб тебя... Позорище, вот позорище. Вам дополнительное дали, да? А что толку? Михеев с карточкой сел, у Мартуновича сотрясение, а запасные, вон что вытворяли, бездельники. Они же Ерохина выпустили, он же полузащитник. Он сейчас от нервов свои ворота забьет. Серафима Георгиевна, а вы Женя, да, должно быть? Серьезное увлечение Дениса. Не знаю. Не смущайся. Мне о вас уже все доложили. Петрович, можешь не прятаться, я все видела. Все мои вещи присваивает себе. Зонты, даже, пардон, бритвенный прибор, портсигар. Между прочим, портсигар это мой, хотя и бросил курить. Ну хорошо, с этим я согласна. Дед, а знаете почему? Баб, ну перестаньте, ну. Привет, привет, дорогая. Здравствуй, милая. Жене совсем это неинтересно. Да ведь? Может быть, угостим всех своей фирменной настойкой? О, блестящая идея, блестящая. Давайте бросим все эти проблемы. Эти экскурсы в прошлое, моя дорогая. Они никому не интересны. Давай. Сергей Петрович, да? А вам никто наливать не собирается. Ну, согласен, согласен. Отвернись, пожалуйста. Слушай. Все, поехал. Этот волшебный рецепт рассказал еще моей бабушке пленный немец. Ну вот опять начинается. Я же подождите, говорю. Извините. Вы же, если я не ошибаюсь, вы же писатель, да? Вы же детские книги пишете. Я же на ваших книгах выросла. Царь-барсук, царица-утка. Дельфины-мальчик. Да, дельфины-мальчик, мне мама читала на ночь. Золотой перо. Баба, он что, здесь? Да, золотой перо, мне тоже мама читала. Значит, вы специально меня заманили, да? Потому что хватит вам собачиться. Ну, как малые дети, честное слово. Сейчас я вспомню вашу фамилию, только не подсказывайте. Вспоминайте. Сейчас. Такая известная. Сейчас, я скажу. Раевский. Да, Раевский. Здравствуй, пап. Привет. Это Женя.
моя девушка. Здрасте, Женя. Здрасте. Леонид Сергеевич. Очень приятно. Ну, присаживайтесь, наконец. А мы тут пьянствовать собрались. Чуть-чуть. Знаете, ученые утверждают, что целебные свойства березовых смол спасли от холеры Восточную Европу. Давайте выпьем за нашу Европу. Ангел мой, не обременяй истории. За встречу. За знакомство. Чем занимаетесь, Жень? Журналистикой. Успешно? По-всякому бывает. А какое направление? Пап, может, хватит? Все нормально. У меня разные направления. А давайте еще выпьем. Давайте. То есть не определились еще? Нет, еще не определилась. Опасное положение. Смотрите. Ну? Ну, сейчас. Ну, корявки, давай, ну. Ах, опять мимо. А ведь могли бы, если хотели. И все-таки я предлагаю выпить за победу. За нашу победу. Давай. Так, молодежь, да. Хватит бухать. Вы в баскетбол играете? Угу. Только мне в туалет сначала надо. Да. Ну, наконец-то, звоню тебе. Ты где? Я не знаю, где-то в переделке. Слушай, тут такое дело. Ты сядь, пожалуйста, ладно? Ага, уже села. Давай, продолжай. Стасик, вспомнил. Твой прораб – это сын Леонида Раевского. Вот это новость, Ульяна. Спасибо, ага. Он что, рассказал тебе, что ли? Мне, походу, рассказал. Он не только мне рассказал, он мне даже представить его успел. Вот, говорит, знакомьтесь, это мой папа. А что ты делать собираешься? Я не знаю, что я буду делать. Сейчас я сваливаю. Она свалить хочет. Дай-ка сюда. Так, ты что, дура? Не смей вообще. Ты... Твой Денис – наследник папиных миллионов. Ты понимаешь, что это значит? Во-первых, ты получаешь богатого жениха. А во-вторых, ты очень красиво выигрываешь пари у Раевского. Да нет, ребята, я не могу так. Просто получается, что я специально все это устроила. Сиди там на царской даче, не дергайся. Да, я так не могу. У него тут бабушка, дед писатель. Нет, все, ребята, я сваливаю. А ты куда? Ну что, играем? Играть идете? Угу. Ну и хорошо. Женя за меня. Один проиграли. Ну что, реванш или как? Не, я пас. Ну, прости, ладно. Прости, пожалуйста. Тогда, Белый, дай тащи стол с чердака. Укатали. А вы, Женя, со мной. Я? Да, шашлык мариновать. Старинный румынский рецепт. Вам, как журналисту, должно быть интересно. Прости, Жень. Так уж получилось, что все рецепты в этой семье непременно старинные. Да. Пойдемте. Так. Фенхель, базилик. Прекрасно. Поехали. Я тебя недооценил. Специй не многовато? Нормально. Неожиданный ход. Я бы не додумался. Не мельчите. Я не мельчу. Если вам интересно, я ничего не планировала. Жень, давай не будем, ладно? Послушайте, я ничего не делала. Это все была случайность. Знаешь, я довольно-таки долго живу на Земле, чтобы верить в случайности.
Тем более, когда речь заходит о таких особых, как ты. Да как вы смеете? Вы вообще про меня ничего не знаете. А что должен знать? Ты обманом проникла в мою семью, морочишь голову моему сыну и лук бог знает, как режешь. Да иди, ты мужчина. Прошу, я не пойду. Иди сама с ним разговаривай. Ты что, трусишь? Я не трушу, но я не могу с ним разговаривать на эту тему. Ты мужчина, ты дед, а я женщина. Все, все, все. Знаешь, Лук, я не думал, что скажу такое, но на этот раз я согласен с бабушкой. Дед, пожалуйста. Я прошу тебя, пожалуйста, хотя бы ты не начинай. Ты даже не представляешь, что ему стоило сделать этот первый шаг. Нам, чьей фамильной чертой всегда была властность, бескомпромиссность. Тарелки неси. Властный ты мой. А, слушаюсь. Хорошо. Силовик тоже. А вообще, и то правда. Отец бросил все дела, приехал. Так что изволь тоже проявить лояльность. Целый год не разговаривают, дикость какая. А, это он у нас лояльный, да? Он, я думаю, кто у нас в семье лояльный, а это он лояльный. Не кричи так. Угу. Баб, час не прошел, он тут раскомандовался. Шашлык жарь, стол собирай, в баскетбол играй. Я, конечно, люблю баскетбол. Все бегают, выполняют. Не кричи. Вы оба хороши. Два барана. О, иди лучше Женю спасай. А то твой родитель ее байками доконает. Давай так. Ты выиграла пари. Можешь печатать свои статейки где угодно, но при одном условии. Сейчас только услышь меня. Ты исчезаешь из жизни Дениса навсегда. Понятно? Нет, непонятно. Не вопрос, объясняю. Денис – единственный мой сын. И я не хочу, чтобы какая-то аферистка портила ему жизнь. Теперь понятно? Слушайте, да как вы можете, а? Вы правда считаете, что вы можете распоряжаться чужими жизнями? Так, только не реветь. Я не реву, это Лук. Я вам скажу, что он мне нравится. Я вам могу сказать, что я его люблю. Вы же не поймете никогда, что специй очень много в вашем мясе. Какая-то ерунда у вас получится, невкусно будет вообще. Румыны, румыны, их рецепты действительно расстраивают. Нормальное мясо. Мы всегда так делаем, зря так. Хорошо, ладно. Слушайте, по-моему, ничего получилось. Отлично. Денис, давай, бери. Тебе с зеленью? Как у тебя фирма? Я с кетчупом. Фирма нормально. А конкретно? С острым болгарским, пап. Я про фирму. А ты зачем спрашиваешь? Ну, может, отец, за ужином просто спросить у сына, как у него дела. Денис, ну? Что, бабуль? Мягче. Нет, может. Ты же просто так не спрашиваешь. Денис. А что, Денис, баб? Что, Денис? Помягче. Ну, помягче, конечно. Я сейчас скажу, что... Затраты не оправдались. Рентабельность упала. Хороших заказов больших почти нет. Так, по мелочи. А папа скажет? А я тебя предупреждал. О, видишь? Правильно. Вот. Так и было. Ну, конечно. А я скажу, что это моя жизнь. Это моя фирма, пап. И то, что я не пошел по стопам своего любимого папочки, это еще не значит, что у меня ничего не получится. Если бы ты не был упертым ослом, а слушал судебных советов, поверь мне, у тебя все получилось. Бабуль, видишь, я теперь упертый осел. А ты говоришь Денис. Так что ваша идея с примирением опять провалилась. А что вы мясо не едите? А я с некоторых пор придерживаюсь идеи вегетарианства. И мясо не ем. Давно? Вы серьезно? Абсолютно. Забочусь о своем здоровье. И животных не жалко. Вы же журналистка, хищница. Хватку не боитесь потерять? Даже свиньи едят мясо. Да, даже гориллы. И парнокопытные. Ну, вот это неправда. Чего неправда? Баб, у нас же коза была.
Она улиток только в путь ела. Да, и колбасу. Назвали ее Лейка. Нет, Лейка это звали собаку, а козу звали Лайка. Лайка. Ты еще ее учил лапу давать, да? За колбасу. Да, именно за колбасу. Она попробовала левое начало. Один раз они дали ее. Видите, соску не бросал до 5 лет. Ну, боже мой. А вот здесь мы по всему дому ищем этого несносного ребенка. А он в чемодан закрылся и уснул. Пожалуйста, можешь мне секундочку? Денис, пожалуйста, ну ты можешь послушать меня секундочку? Да, я весь внимание. Мне просто очень нужно... Ой, осторожнее. Это же карта старого капитана Флинта. Правда? Денис. Знаешь, сколько ребят погибло из нее. Не да. Знаешь. Ну, пожалуйста, Денис. Да, я слушаю. Ну, да, минуточку. Кое-что... О, Господи! Боже, череп там. Да это же трофей. Ты что подумала? Слушай, коньки мои старые, а? О, отголоски молодости бурные. Нет, это дедушкина заначка. От бабушки прячет. Прости, пожалуйста, прости, но это солдатики мои любимые. Войнушка! Это мама твоя? Да. Очень старая фотография. Она погибла давно. С отцом вместе в Альпах катались, и она не по той трассе поехала, и вот так получилось. Вот, с тех пор он слишком старается. Думаю, что я его обвиняю. А ты? Да нет, конечно. Просто очень напрягает, когда тебя все время пытаются сделать счастливым. Отрастил себе комплекс вины и теперь глумится. И теперь он без жены и без сына. Молодец, Денис. Ты как Полина говоришь. Его девушка. Она опасает меня перед собой, как начнет на совесть давить. Не любишь ее? Ну ты что? Она человечище. Очень хорошая.
У меня проблемы с банком были, она помогла, даже отцу ничего не сказала. До нее мы даже не разговаривали. Когда Полина появилась, он счастливее, наверное, стал. Человеческое лицо обрел. Слушай, я вот об этом с тобой хотела поговорить. Тихо. Что? Там, слышишь? Что там? Вот здесь. Денис, ну пожалуйста, ты можешь... Вот ты где! Так я и знала. А тут ничего не изменилось. Это Лида, соседка наша. Соседка? Да я его без штанов видела. Это Женя. Ну вот, пожалуйста, полюбуйтесь. У меня с этим мужчиной брак зарегистрирован 5 сентября 62 года. У него со мной 5 сентября 61 года. Ну, как это понравится? Серафима Георгиевна, а свидетельство есть? Эта женщина умудрилась облить зеленкой вот это самое свидетельство. И теперь ничего не понятно. Неблагодарный. А чей палец я спасал от гангрены? Мой. Но теперь мы спорить будем постоянно. Когда же празднуют юбилей? В этом году или в следующем? Да какая разница? Как? Денис, это золотой юбилей. Да, Денис. Да вы у меня золотые, юбилей у них. Точно, я вспомнила. Это было ровно 5 лет назад. Я школу как раз закончила, и мы праздновали вашу годовщину. Помнишь, мы с тобой свечками 45 выкладывали? Ты еще обжегся тогда. А, когда волос тебе тушил. Да. Он вообще смелый такой был. Я слоника в речке утопила, так он штаны свои снял и за слоником в речку пошел. Мне 5 лет было. 5 лет. Все. Ага, конечно. А кто мне объяснял, откуда дети берутся? Кстати, как твоя диссертация? Человек без 5 минут доктор. Да нормально. Сейчас о стажировке думаю. Конечно, нужно к папе, но я хотела бы свою компанию. Свою? Молодец. А ты чем занимаешься? А Женя еще не определилась. Но в скором времени определишься, да? Простите. Алло. Да, слушаю. Везет. У меня уже все предрешено. Финансы, аналитика. Ой, у тебя тут вот что-то... Ты чего, больно же, а? Жила была девочка, сама виновата. Я тебе сейчас лифт сделаю. Помнишь, как не в 5 классе ты ходила, не, а? Потом тебя в школе все ржали над тобой. Давай нос сюда, что ты там стоишь? Алло. Алло. Угадай, где я? В бассейне с Мадонной? Попробуй еще раз. Только на перилах не жалуйся. Вообще ужас какой-то. Ты здесь, что ли? Как ты меня нашел? Заказ поступил от конкурентов твоего Раевского. Он не мой. Ну, тем лучше. Нужно подкинуть ему в офис кое-какие бумажки. Что это такое? Ну, любые контракты с подставными авторами. Это докажет следствию, что Раевский подделал исторические документы. И неплохо на этом зарабатывал. В смысле? Какому следствию? Что значит подкинуть? Ну, я сам все сделаю. Тебе нужно просто стырить у него ключ. Все! Стас. Что Стас? Мы получим каждый по 10 тысяч евро. И место работы любое, на телеке, либо в газете. Ну, ты же сама об этом мечтала. Прощай, желтуха, ну! Не, я не могу. Что значит «я не могу»? Ты упустишь свой шанс. Не дури красивого. Или ты что, или ты почувствовала себя своей среди вот этих вот? А?